За неделю в крае прививаются почти 70 тысяч жителей. Об этом Александр Ус рассказал премьер-министру страны Михаилу Мишустину на прошедшем режиме видеосвязи заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Сейчас наш регион занимает третье место в Сибири по вакцинации после Омской области и Тувы. Губернатор отметил, что на пике эпидемии разворачивали до 8 тысяч инфекционных коек. Сейчас на стационарном лечении находится 4696 пациентов. При этом оказание плановой помощи не приостанавливалось. Также Александр Ус обратился к председателю правительства с просьбой о строительстве трех инфекционных госпиталей и дополнительных поставках лекарств для лечения тяжелых форм коронавируса. Кроме того, глава региона попросил рассмотреть возможность допуска на территорию аэропорта Красноярск иностранных экипажей воздушных судов с учетом технологии стерильного аэропорта, которая практикуется в Красноярске. Край отличается большой территорией, значительным количеством удаленных и труднодоступных населенных пунктов, что, естественно, создает дополнительные сложности в борьбе с пандемией. И тем не менее, в течение всего этого периода ситуация остается под контролем, а в последнее время она стабилизировалась, хотя и на достаточно высоких цифрах, но и вот буквально последнюю неделю обнаруживает некоторые тенденции к улучшению.